событиям в Сирии, где наступление по всем направлениям ведут правительственные войска. Им удалось освободить от боевиков Исламского государства, организации, запрещенной в России, еще несколько населенных пунктов в провинциях Алеппо и Хомс. В ходе штурма ликвидирована группа экстремистов, уничтожена их техника. После взятия одной из высот открылся прямой путь на город Дейр-Хафир, один из оплотов ИГИЛа. Ожесточенные бои также идут в километре от правительственной трассы, ведущей в Дамаск. Поддержку с воздуха продолжает обеспечивать российская авиация. В операции теперь задействованы еще и тяжелые бомбардировщики. В соответствии с распоряжением верховного главнокомандующего Владимира Путина усилить удары по позициям террористов.